Теперь в Бурятии семьи с тремя детьми и более многодетные навсегда. Этот статус не теряется после достижения совершеннолетия детей, как это было раньше. Поправки приняли сегодня на очередной сессии Народного хурала. 24-й объявлен годом семьи. По указу президента этот бессрочный статус установлен для всех многодетных семей страны. И что очень важно, то есть многодетная семья может получать помощь, поддержку и социальные социальную поддержку, то есть на территории всей нашей страны, то есть независимо, где она находится, то есть одинаково и равноправно. Кстати, теперь удостоверение многодетной семьи будет в электронном формате. В отличие от предыдущих правил, его не нужно будет продлевать и заменять. Напомним, многодетным семьям полагаются федеральные и региональные плюшки. Это льготные авиабилеты, скидки за оплату услуг ЖКХ, бесплатные лекарства по рецепту врача для детей до 6 лет, компенсация топлива для обогрева жилья, если нет центрального отопления, бесплатный проезд в общественном транспорте, льготные путевки в санатории, детские оздоровительные лагеря и площадки. А с 2021 года многодетные семьи Бурятии освобождены от уплаты транспортного налога в размере 100% от установленной ставки.